преддверии Дня матери сотрудники госавтоинспекции Кашхабльского района провели профилактическое мероприятие. В праздничной акции приняли участие учащиеся Кашхабльской школы номер 1. Останавливая транспортные средства, представители ГИБДД вручали женщинам-водителям тематические памятки с правилами дорожного движения и красивые цветы. А юные участники акции, в свою очередь, напомнили представительницам прекрасного пола о правилах перевозки детей в автомобиле. От лица госавтоинспекции, а также учащихся школы мы хотели вас поздравить с грядущим праздником Днем Матери. Спасибо огромное. Да, спокойных грядущих лет, не беспокойтесь на дорогу, спокойно все у вас. Спасибо огромное и вам удачи, всего доброго. Спасибо. Лица женщин-водителей озаряли искренние улыбки, когда вместо привычной фразы «предъявите документы» они слышали теплые поздравления с наступающим праздником. Женщины тепло благодарили участников мероприятия за заботу и внимание, а также пообещали соблюдать правила дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции поздравляют всех матерей с наступающим праздником, желают крепкого здоровья, счастья и благополучия. Соблюдайте правила дорожного движения и помните, что дома вас ждет любимая семья.